Доброе утро, ребята. У меня тут я убираюсь и параллельно сегодня много работаю. Кстати, кто подскажет, как вот это вот оттереть? Это новая плитка, совершенно новая, но ее до такой степени нагорело на ней, что я не знаю, после предыдущих жильцов я не могу отмыть. А вот этот вот супер азелит, который в серии рекламируют там, это вообще отдельная история, я его найти нигде не могу. Так, я ставлю кофе, я сегодня работаю, и ты хочешь бульончик, я тут налила бульончик, закуси бульончик. А работаю, кстати, я сегодня по новой системе попробовала, раньше я работала час, работаю примерно, потом отдыхаю какое-то время. Сегодня пробую новую систему, называется... Короче, тайм-менеджмент, работа определенное количество времени. 20 минут я работаю, потом 10 минут я отдыхаю. Ну, пока нравится, посмотрим, как будет дальше. Надо просто моя продуктивность почему-то упала, мне надо становиться более продуктивной. И вот пытаюсь и экспериментирую. Перешли через перекресток, а вон он, салон Люси. Так, быстренько, на парковке. Припарковали мимо торгового центра. И готово. Люси. Сейчас мы им рекламу сделаем. Наоборот. Короче, стрижка только началась. Вариант эконом. Здравствуйте. Да, на 4 часа. Ага, хорошо. Можно, да? Вот и подстриглись. Эконом вариант за 450 рублей. Ну, вау, сверхъестественно, ничего не произошло. Обычно эконом вариант парикмахерская. Всем салют. А у нас сегодня прогулка вдоль дороги. Живописные, конечно, места. Сейчас найдем какой-нибудь. Может, эту площадочку позаниматься надо с собаками. Ну, по крайней мере, с Жоником. Дай уберу. Не нужен твой кирпич. Мы гуляем тут, ну, недавно побрили травку, и так пахнет прям деревней, свежескошенным сеном. Так хорошо, погода сегодня прям классная, гуляй не хочу. И нюхай травку, нюхай сено. Правда, у нас собаки уже устали быстрее, чем мы.
старпера 2. Там тут небольшой такой, как бы, как это назвать-то, я не знаю, как коттеджный такой вот поселок. Тут двухквартирные такие дома под американский тип. И у них здесь какая-то такая ужасная, конечно, но хотя бы площадочка. Мы сюда зашли чуть-чуть потренироваться. Но Джон у нас не умеет ходить по лесенкам. Мы это только сейчас поняли. Вот молодец. Вот молодец. А что, он по этим вообще не любит, не умеет ходить? Опять самолет в Турцию полетел. Новый метод. Ладно, пошли, он уже устал. Сейчас еще идти сколько назад. Что, большой попробуй? Мне кажется, он... Молодец. Так, у нас закончился в доме майонез, но мы умеем делать домашний. Так, держи яйцо. Целиком взбивай. А горчицу это потом? Сейчас добавим. Давай. Битое яйцо помой его сначала. Здесь масло, его должно быть больше, но пока сколько есть у нас? 100 миллилитров. Одно яйцо туда кладем. Потом горчички, чайную ложку. Горчички. Да не мерь ты ее так на глаз. Можно горчицы, хватит. Лимонного сока выдави туда чуть-чуть. Прям выдавливай. Да, оставь мне на это надо оставить, на рыбу еще. Так, и соль. Черного перчика, соль и сахар. Сколько? Так, все, достаточно, по вкусу чисто все. Соль и сахар, все по вкусу. Сахара, ну давай туда чуть-чуть, да, немножко, да. Чайную ложечку, да. Все. И теперь, как мы помним, самое главное это процесс взбивания. Мы первый раз, когда делали, у нас чуть ли не запороли. Короче, надо, когда блендер ставишь, надо им не водить, а держать, да? Пока она наполовину не заполнится. Ну, поехали. Опускаем, включаем и держим. Она уже белеет. Это значит, майонез получается. Просто у нас сегодня больше, а майонез закончится. Вуаля! Все. Домашний майонез. Как у вас все стоит. Да. Сегодня, когда гуляли с собаками, мне любимый подарил букет полевых цветов. Прелесть. Вот еще одна прелесть. Теперь он поехал на работу. Мы в окно посмотрим. Уж ничегошеньки не видно. Но вон там видно, что его этот... Как она называется? Как она называет-то? Гирлянда вот эта сверху. Что она, видите, это горит. Это его машина. Ладно. Я сейчас буду... Что я буду? Мне еще поработать надо, потом смонтировать. О, свет включили. О, чуть-чуть виднее стало.
Мы сегодня с прогулки, когда пришли, их засунули в ванну и помыли. Они такие забавные у меня ходят, такие лохматенькие, кудрявенькие. Ну, все, наверное, на сегодня. Спасибо всем за просмотр, спасибо, что вы с нами остаетесь.